Монтаж теплицы арочной 3М. Поставили уже перегородку и арки. Подготовили прогоны. Будем устанавливать здесь еще две арки и два торца по краям. Также будут здесь присутствовать грядки и две фрамугины газлифта. Монтаж теплицы арочной 3М. Сажаем 3х6 плюс перегородка. Две двери по краям с форточками. Двухстворчатая форточка в перегородке. Здесь у нас уже готовые фрамуги. И там фрамуга. Сейчас будем перекрывать теплицу и двери. Двери с форточкой. Также стоит брус, у нас обработан антисептиком. Здесь уже сделали щебенку. Это в виде дренажа. Поликарбонат идет. Подпись 4 мм. Труба идет оцинкованная, 1,5 мм. Покрашен тремя порошковым способом коричневого цвета. Форточка и дверь. Здесь двухстворчатая дверь. Теплицу делали фрамуги. Осталось прокрутить низа поликарбоната с профилем, профиль, надеть перф ленту и все прокрутить. Плюс еще двери. Также здесь будут грядки, стен подвязки. Еще будем грядки ставить. Монтаж теплицы арочной 3М с размером 3х6, перегородка. Здесь уже перекрыли дверь с форточкой. Также перекрыли дверь двухстворчатую в перегородке. Закончили двумя фрамугами на газлифтах. Закончили цепочки также. Установили укосины по углам в диагонали, две штуки. Также здесь уже открыты. Осталось наделать дверь и собрать грядки. Сейчас будем распечатывать, чистить, собирать. Монтаж теплицы арочного типа 3х6 размерами. Труба идет 20х20, оцинкованная 1,5. Покрашу полимерным порошковым способом. Цвет 80-17 коричневый. По комплектации дверь с форточкой идет. Дверь двустворчатая идет в перегородке. Также перегородка присутствует. И дверь с форточкой во втором торце. Установлена брус, то на 100 обработан антисептиком. Также присутствуют грядки. Здесь 3 грядки по 600. И здесь. Также в каждом отсеке есть фрамуги коньковые на газлифтах. Первая и вторая фрамуга. Также над каждой грядкой, над крайней по одной системе подвязки, по одной нитке. И на центральных по две. Поликарбонат идет по легаль стандарт 0,8 плотности 7 мм. Такая вот теплица с размерами 3х6 плюс перегородка. Также одет торцевой профиль с перфорированной лентой.